Кто здесь желал видеть меня? Шведлиц, профессор, тайный советник. Господин профессор. Говорите быстрее, сударыня. У меня мало времени, ей-пу. У меня к вам огромная просьба. Я верю, что вы не откажете мне. Я так наслышана о вашей доброте, господин профессор. Что же вам, наконец, угодно? Я занимаюсь математикой. Вы? Сударыня, я не до шуток. Клянусь вам, это не шутка. Вы слишком красивы, чтобы заниматься такими глупостями. Это удел для стариков и уродов. Я умоляю вас, разрешите мне посещать ваши лекции. Что? Вы? Мои лекции? Сударыня, закон Ньютона еще не отменен Господом Богом, и яблоки пока еще падают вниз. Вот когда они, срываясь с веток, начнут лететь вверх, а параллельные линии начнут пересекаться, вот тогда милости прошу на мою лекцию. Пропустите же меня, я тороплюсь. И не подумаю. Да я скорее пожертвую жизнью, чем позволю вам присутствовать на моих лекциях. Господин, прощайте же. Господин профессор, жальтесь надо мной. Но поймите, что женщинам категорически воспрещено посещение университета. Женщины должны дарить миру новых математиков, а не становиться ими. Я умоляю вас, я ехала к вам из России. Я так люблю ваши труды. Вы знакомы с моими трудами? Еще бы! Ваш метод интегрирования системы уравнений с частными производными, это же великолепно! Разрешите откланяться. Пожалуйста. Ну вот что. Я позволю вам присутствовать на моих лекциях, если вы решите одну задачу. Вот, ясно? Даю вам срок 2 часа. Я вам так благодарна. Ну что, Софья, мы помирали со смеху, слушая ваш научный диспут. Ради бога, не мешайте мне. Какое удивительное творение природы. Господин Ковалевский, вам должно быть трудно с ней. Да, Левкоев, Софья Васильевна, конечно, сложный человек. С ней, как у подножия Везувия, каждую секунду может произойти извержение. Простите, Владимир Ануфриевич, а она вообще кого-нибудь любит? Сегодня мне показалось, у нее есть влечение. Так это, батенька, хуже. Ведь всем известно о ваших чувствах к ней. Но все же я не совсем несчастен. Я рад, что имею возможность видеть ее, слышать ее голос. Господин профессор! Господин профессор! Что вам еще угодно? Вот. Что это? Вы решили? Когда? Сейчас. Только что. Не может быть. Этого просто не может быть. Это чудо. Понимаете вы, что это чудо, черт вас подери? Ведь прошли только минуты. За такой короткий срок решить мою теорему. Я всегда утверждал, что русские — это загадка. И помяните мое слово. Мы еще будем иметь с ними трудности. Я не виновата. И давно вы занимаетесь математикой? С детства. То есть как? У нас дома была комната, которая по недостатку обоев была оклеена страницами из учебника по дифференциальному исчислению. Мне нравилось разглядывать забавные задачи. И вообразите, господин профессор, когда позднее я изучала понятие о бесконечно малых величинах, мой учитель удивлялся. Я все это уже знал наперед. Не правда ли смешно? Мадам, вы являетесь таким же нарушением законов природы, как двуголовый теленок. Я удивляюсь, возмущаюсь, но подчиняюсь. Благодарю вас. Но я не могу вам разрешить посещение моих лекций. У нас в Германии приход женщины в институт равносилен появлению живого дракона. И что же делать? Не знаю. Ничем не могу помочь. Во всяком случае, благодарю вас за то, что вы дали мне возможность видеть чудо. Честь имею.
Вот она, ваша просвещенная Европа. Появление живого дракона. Да это же воззрение дикарей, полинезийцев, зулусов.